Вы смотрите программу «Время X» на информационном канале Севастополя, в студии Мария Оболенская. Здравствуйте. В феврале 2018 года на химическом факультете Московского государственного университета прошел заключительный этап межрегионального химического турнира. На него приехали школьники более чем из 30 регионов России. Севастополь на турнире представляла команда H2O – сборная школ города. И сегодня в нашей студии старший научный сотрудник Морского гидрофизического института, педагог Малой академии наук, куратор севастопольской команды H2O Илларион Игоревич Довгий. Илларион Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите всем нам, чтобы мы понимали, севастопольцы, что же такое химический турнир? Ну, во-первых, нужно сказать, что секция Малой академии наук, которая проходит на базе Морского гидрофизического института, значит, учащиеся принимают участие в различных мероприятиях. Эти мероприятия носят как индивидуальный зачет, так и командный зачет. Значит, наиболее важными мероприятиями, с моей точки зрения, я считаю, является это химические олимпиады, в которых учащиеся приходят подготовку к химическим олимпиадам регионального уровня, ну и выше, если пройдут. Кроме того, учащиеся выполняют научные работы, которые защищают на городском конкурсе научных работ и на конкурсах научных работ, которые проходят вне Севастополя. И, наконец, существует такой формат мероприятий, как турнир. То есть это не обязательно химический турнир, это проходит в мане и физмат-бои. Но в данном случае, поскольку я химик, то я готовил учащихся Малой академии наук к химическому турниру. Это соревнование, правильно? Это соревнование. Это командное соревнование. То есть для его участия обязательно команда минимум из 4 человек. Эта команда участвует в боях, в которых она по очереди участвует в различных ролях. В роли оппонента, в роли докладчика и в роли рецензента какой-либо задачи. Эти задачи, как правило, носят открытый тип. То есть у задачи нет конечного решения, у задачи есть решение творческое. Ну, например, необходимо обратить цвета фотографии, сделать негатив фотографии химическим способом. То есть для этого необходимо предложить материалы, или не обязательно фотографии, картины. Для этого необходимо предложить краски, состав красок, способ их нанесения, способ обращения, описать эти процессы. И, соответственно, на задачи подобного рода школьники должны предложить свои решения, которые, естественно, не могут быть однозначными. Защитить эти решения. Да, очень интересно. Турниры проводятся, я так понимаю, с какой целью вообще? В общем-то, основная цель турнира – это, на мой взгляд, приучить учащихся докладывать свою точку зрения и защищать свою точку зрения. То есть публичные выступления, они на самом деле не менее важны, чем теоретические знания высокого уровня. Собственно говоря, для того, чтобы задачу решить хоть каким-то способом, необходимо, конечно, привлечение знаний совсем не школьной теории. И теоретический уровень, достаточно глубокий, также необходим. То есть оценивается, собственно говоря, два параметра. Это научность решения задачи и ее презентация, презентативность. И, соответственно, школьник не только должен показать глубокие научные знания решения этой задачи. Он должен уметь выступить. Выступление тоже оценивается, критерии выступления, критерии манеры общения школьника. Его дискуссия с оппонентом, с рецензентом, ответы на вопросы также оценивается. На самом деле, я считаю, что это достаточно важные вещи, потому что не только школьники, многие студенты, скажем так, докладывая, они не умеют, не все из них участвовали в подобного рода мероприятиях, научных конференциях, ну а по жизни это достаточно очень важная вещь. Соглашусь с вами, развить эти умения очень важно. Давайте поговорим о нашей региональной команде, называется она H2O. Какими классами были представлены ребята? В основном были 11 классы, 4 учащихся, и 2 были 10-классника. Хотелось бы ставить задел на следующий год тех ребят, которые видели уровень именно российского, всероссийского этапа Олимпиады, чтобы в будущем как бы кто-то мог передать опыт тем, кто в следующем году будет участвовать в этом мероприятии. Знаю, что на региональном этапе, который проходил в декабре 2017 года, наша команда заняла призовые места. А в Москве как себя ребята проявили? В Москве мы в этом году поучаствовали. Это был наш дебют. Участвовали 38 команд из 29 регионов. То есть, собственно говоря, на турнире не все регионы были представлены в принципе.
Вот, в этом году мы поучаствовали. 12 команд прошли в полуфинал. Мы, к сожалению, в их число не вошли. Но ребята старались. Скажем так, по приезду 3 дня боев четвертьфинальных. И до ночи они сидели, задачи дорешивали, соответственно. Соперники серьезные были? Соперники достаточно серьезные. Москва, Казань. Достаточно серьезные команды, вот именно победители из этих регионов. У них, в принципе, очень сильно развита химия. Это нужно сказать. Ну, ребятам будет к чему стремиться. Я думаю, что в следующем году они будут тоже принимать участие. Я думаю, это, в принципе, полезно для личного роста, потому что то, что мы как бы лучше в городе. В прошлом году из них участвовали тоже несколько человек в прошлогоднем региональном турнире. Также заняли первое место. Ну, на всероссийский этап в прошлом году мы не поехали, не было запланированное финансирование. Такая вещь. В этом году, во-первых, была сделана очень важная вещь. Было запланировано финансирование для участия в всероссийском этапе. Это не так просто. Была отправлена команда для участия. Вот. Это тоже большой показатель, что Севастополь участвует в мероприятиях на самом высоком уровне. А, кстати, поддержку кто оказал? Вот, ну, благодаря кому состоялся турнир? Собственно говоря, я работаю в Малой академии наук, к педагогам дополнительного образования. Занятия происходят на базе Морского гидрофизического института. Вот благодаря двум этим организациям поездку непосредственно оплатила Малая академия наук. Вот. Благодаря этим двум организациям, я думаю, и состоялось, ну, молодцы, данное мероприятие. Илларион Игоревич, темой турнира этого учебного года была выбрана химия и искусство. Почему именно так? Химия и искусство так было решено в прошлом году. Так. На что в прошлом году ориентировались организаторы турнира, я не очень, скажем так, представляю. В прошлом году была химия время тема. В прошлом году было решено, что будет химия и искусство. Так, вот, да. Чем они руководствовались, поскольку нас в прошлом году не было в Москве, мы это не знаем. Но я могу сказать точно тему турнира следующего года. Это можно открыть. Это будет химия и периодическая таблица Дмитрия Ивановича Менделеева. Вот перед нами выступал президент химического факультета Московского государственного университета, профессор Лунин. Он объявил, что он предложил Международному союзу чистой и прикладной химии, соответственно, в ЮНЕСКО, объявить 2019 год годом периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева. Я так понимаю, что это предложение было принято, поэтому следующий турнир, заключительный этап, который пройдет в 2019 году, он будет посвящен этой теме. А вообще, вот если взять детально, ребята готовятся, я так понимаю. Задания выставляются заранее. Сначала выставляется задание, 8 задач регионального этапа, потом к ним добавляются еще 8 задач заключительного этапа. И, соответственно, учащиеся имеют возможность несколько месяцев зарегистрироваться, собрать команду своих единомышленников, с которыми они хотели бы участвовать, и заниматься решением этих задач. Ну, понятно, что это оформление в виде презентации достаточно, ну, строгие требования. Это все есть в правилах организации турнира. Вот. Ну, эти ребята большие молодцы, в принципе, все. Если сказать, что только химический турнир, но многие из них 25-26 участвовали в региональном этапе Олимпиады по химии в Севастопольском. Молодцы. Потом 30-го у нас был апелляция регионального этапа и конкурс защиты научных работ. Двое ребят участвовали, заняли первое и второе место. И, соответственно, 1 числа мы отлетели в Москву. Молодцы. Принимают участие в турнире все желающие, я правильно понимаю? Кто, да, знает об этом мероприятии. Мы постарались известить, соответственно, в Севастополе школы. Мы постарались известить наш ближайший регион Симферополь, потому что это был крымский турнир, но проходил просто на базе Московского государственного университета филиала. И мы постарались известить и наших соседей с Крыма. Ну вот 5 команд на регион в этом году пришло. Это уже больше, чем в прошлом году. В прошлом году участвовало 3 команды. То есть мы потихонечку растем. Тенденция хорошая. Региональный турнир. Давайте представим идеальную картину, что в следующем году наша команда на турнире побеждает. Какие перспективы у победителя? Перспективы у победителя. Я точно знаю, что участникам команды предоставляются какие-то баллы, вот, дополнительные баллы. Единственное, что... Это как-то влияет на ЕГЭ, да? Вот баллы дополнительные при поступлении. Они предоставляются и участникам, и победителям. Просто победителям больше, чем участников. Но конкретно в количественном выражении я не готов. Понятно. Может, что... денежный какой-то приз есть? Нет, ну, денежный как-то это... И поощрительные призы. Ну, поощрительные были. Им, конечно, там подарили поощрительные призы, вот там кружки с логотипами турнира, грамоты и так далее. Ну, для меня вот во всех этих мероприятиях очень важно то, что это очень сильно заряжает участников.
очень сильно заряжает на будущее, на выбор их профессиональной деятельности в будущем. То есть связь, ну, будь то с химией, ну, большая часть из них связывает все-таки свою жизнь с медициной по опыту предыдущих лет. Вот, по крайней мере, три участницы прошлогоднего турнира, именно из них две поступили в медицинские, медицинские специальности. То есть это очень сильно заряжает для будущей активности, активности в студенческие годы, активности в научной работе в университете, в части в конференциях, они получают большой опыт. Потому что представить свое решение перед достаточно высоким жюри, перед их сверстниками из других регионов, у них есть большой стимул, скажем так, не оплошать. Поэтому готовятся они, готовились они, надо сказать, достойно. Молодцы. Илларион Игоревич, насколько, на ваш взгляд, важно проводить такие мероприятия, которые способствуют поддержанию у детей интерес к предмету? Ну, мы сейчас говорим о химии, естественно. Это очень важно для выбора, для ранней профориентации, выбора своей профессиональной деятельности. Для того, чтобы они в ВУЗ пошли по своему выбору, чтобы этот выбор сделали не за них, не папы и мамы. И самое главное, чтобы они в будущем в выборе своей профессии не разочаровались. То есть на самом деле я считаю, что основная роль именно Малой Академии Наук и подобных мероприятий заключается именно в ранней профориентации. А на ваш взгляд, традиции химического образования, химической промышленности у нас в Севастополе на каком уровне сейчас? Ну, на развивающемся. Моя личная точка зрения, что химия у нас в городе представлена, конечно, слабовато. Это не Казань, то есть это не промышленные регионы, в которых химическая промышленность есть развитая. Вот. У нас никогда не было классического факультета химического, как, скажем, у наших соседей в Симферополе. Вот. Был химико-технологический факультет, есть кафедры химические, химико-технологического уклона. Но есть объективные показатели. Вот для меня объективным показателем являются результаты регионального этапа химической олимпиады. У нас в этом году всего два призера. То есть на весь город. То есть всего лишь двое человек преодолели 50-процентную планку заданий, которое пишет вся Россия. В прошлом году у нас был победитель, в прошлом году Анастасия Лебедева. Ну, сейчас она учится на первом курсе Московского государственного университета. Но, тем не менее, вот в этом году мы без победителей, и призеров у нас, ну, скажем так, не так густо. Это значит, что, наверное, с химией не все хорошо в городе. То есть хотелось бы, чтобы было лучше, ну, по крайней мере, мне. Мы будем стремиться к лучшему. Спасибо огромное вам сегодня за беседу. Спасибо, что пришли в нашу студию. Пожалуйста. Дорогие друзья, напомню, что мы разговаривали со старшим научным сотрудником Морского гидрофизического института, педагогом Малой Академии Наук, куратором севастопольской команды H2O Илларионом Игоревичем Довгим. Мы с вами увидимся в программе «Время X». До новых встреч!